Так, всем привет. Вот имеем вот такую вот силовую установку польского производства. Вчера забрал с почты. И вот груза еще отдельно пришли. Значит, сейчас планирую ее собирать. Сейчас покажу, в каком состоянии она пришла. Мне ее прислали. Вот так вот все упаковано. Инструкция. Такая вот силовая установка. Так, это у нас инструкция. Ну, вот так вот оно все здесь упаковано. Одной рукой неудобно чуть-чуть. Это похоже как сидушка, на которой сидеть. Так, это спинка. Тоже, блин, все приклеено скотчем. Так, ну, сейчас будем разбираться, что здесь у нас, что у нас имеется. Здесь всякая мелочёвка. Так, здесь коробки, значит, троса, мешок роликов, еще какие-то там детальки небольшие. Все хорошо так, в принципе, упаковано. Поролончики мягкие. Каждая деталь, смотрите, каждая деталь, в принципе, упакована отдельно. Выполнен в таком, то есть заламинированное, подписанное. Вот таких вот два листочка. Сейчас мы, наверное, откроем. Разобраться. Попробую найти
русский язык. И похоже, его здесь нет. Нету. Значит, только польский язык и никакого другого. Будем изучать польский язык, что делать. Вот какие упражнения можно делать. Ну, тут, в принципе, понятно. А, ну вот, значит, есть чертеж, рисунок. Крок первый, крок второй, крок третий. То есть сборка изображена на рисунке пошагово, я так понимаю. То есть шаг первый. Вот это сначала надо собрать, найти эти детали. В принципе, вот я смотрю здесь. Болт там под номером 27, потом гайка там под номером 35, и вот здесь оно все обозначено, нумерация 30 36, там 25 в скобках. В скобках вот 41. Это, я так понимаю, нумерация самого крепежа. Ну да, вот 26. То есть в скобках это нумерация. Да, 30 есть. Ну, понятно, в принципе. Так. Ну, для того, чтобы это все дело собирать, начинать, пойду я первым делом, наверное, схожу за инструментом, который мне понадобится. Потом продолжим. Шаг первый. Крок первый. Значит, берем вот эту деталь. Вон она у нас лежит. Вот она. Потом вот эту как подставка. Ой, вот эту. Как типа лука. Вот она. Потом вот это вот, вот эту штуку, деталь, вот она у нас. И что еще? Что еще, что еще? Вот эту деталь сейчас найдем. Где она у нас?
деталь нашли, и сейчас надо нам найти вот эту деталь. Короче, вот она тут уже в сборе. Так, значит, начинаем собирать. Начнем мы сейчас вот эту вот соберем вот с этой деталью. Beat Craze. Так, первый шаг мы закончили, все собрали, в принципе, вот такое вот получилось чудо. Дальше. Шаг второй. Так, шаг второй. Значит, нам надо устанавливать сейчас вот эти вот трубы. Это как направляющие для грузов. Так. И вот эти вот как ограничители для грузов они служат или
Они, по-моему, служат для декоративного кожуха, чтобы закрывался декоративный кожух. Ну, в общем, сейчас крепим их на низ. И они у нас есть, вон они у нас лежат, эти дуги и стойки ставим. Поехали. Beats craze. Так, смотрим. Ну, круг, шаг второй мы уже закончили. Все собрали. Далее у нас идет шаг третий. Шаг третий — это нам надо установить верхнюю стойку. Низ вообще ничего не трогается. Верхнюю стойку. Верхняя стойка — это вот она. Вот она. Beats craze.
Beats Craze. Так, смотрим дальше. Пятый шаг мы закончили. Шестой шаг. У нас идут уже троса. Пошли. В общем, забыл отжать паузу, но шестой шаг я уже сделал. То есть протянул все как надо, как здесь указано. Трос, надел ролики пластмассовые. Трос тоже идет в такой оболочке полиэтиленовой. Ну, я думаю, что он шуметь не должен. Так, в общем, шестой шаг мы закончили. Так, дальше, седьмой шаг. Следующий идет трос. Это, я так понимаю, сейчас... Да, это сейчас идут... только троса, ну, натяжка тросов. Поехали второй трос натягивать. Craze.
Beats Craze. Восьмой шаг мы, ну, я сделал, то есть протянул нижний трос, как здесь нарисовано на картинке, начиная спереди. Вот. И теперь у нас остался последний завершающий шаг. Это нацепить декоративную вот эту вот накладку. И подцепить еще перекладину. Ну и все, мы закончили собирать его. Craze.